Масленица. Александр Шломан приехал сегодня из Беларуси, из города Витебск. Завтра мы едем в Рязань, потому что в Москве скучно Масленицу гуляют. Ничего так особого у вас тут не рассмотришь. 9 мая хорошо, а вот в Рязани, там вот Есенинская земля, или в Рязань. А вот Саша — это уникальный исполнитель народных песен. В интернете его послушайте и диски его слушайте. Да, и что за? Живем на душе. Как в Питере, помнишь, первый раз? Вот, а потом посмотрим. Можете попивать, снимайте. Танцевали, Валерка сейчас поживее.
Александр впервые в Москве. Надо пользоваться моментом, когда еще услышите его. Он в основном в Петербург ездит, в соседние регионы. Сейчас были в мордовской диаспоре, где-то мы были в метро и Речный вокзал. Тоже вся Мордва собралась. Так интересно было, нас так понимали. Вот. Подход, только подходим к зданию, уже говорят, а вы с Питера, вы откуда знаете? А интернет, сколько на интернете? Приятно. Двери уже. Так, ну что, пацаны, давайте. 13-й трек. Ну, молодые, там, техники. Подробности делайте.
Александр Шломан, Беларусь, друзья мои. Россия. Любви, здоровья, удачи. Мы желаем вам только ничего. Подождите, подождите. Как вечер. Я встретил розу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.